Первые пробы пера Гранина датированы второй половиной 30-х годов. Впервые сочинения Даниила Александровича опубликовали в 1937-м в журнале под названием «Резец». Речь идет о рассказах «Родина» и «Возвращение Руяка». Сам же писатель считал началом своей профессиональной литературной деятельности публикацию рассказа «Вариант второй» в 1949-м. В том же году Даниил Александрович начал подписываться фамилией Гранин. Об этом начинающего писателя попросил уже известный прозаик и однофамилец Юрий Герман. Во всех своих ранних автобиографиях Даниил Александрович указывал датой рождения 1 января 1918 года. Однако в большинстве официальных документов присутствует дата 1 января 1919. Отец писателя, Александр Герман, работал лесником в разных частных хозяйствах. Мать, Анна Захарьевна, в некоторых источниках ее называют Анной Бакировной, была домохозяйкой. В собственных мемуарах Даниил Гранин напишет позднее, что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи. Мать, по воспоминаниям писателя, любила петь. Само детство Гранин ассоциировал с голосом матери, ее любимыми романсами. Через некоторое время семья маленького Даниила перебралась в Ленинград. Отцу предложили новую работу. Мама мальчика восприняла эту поездку с радостью. Молодой женщине в деревне было скучно. Радовался переезду и Даниил. Новый город захватил мальчика. Однако вскоре семейное счастье оказалось разрушено. Александра Германа сослали в Сибирь. Его жене пришлось начать работать, чтобы содержать себя и сына. Я считаю, что от родителей получил максимум того, что может получить человек. Другое дело, как я распорядился этим. Но генофонд у меня такой, что я бесконечно благодарен отцу и матери, что я долго живу, не теряю разума своего небольшого, но какой уж есть. Я очень часто мысленно говорю им спасибо, потому что все то, что они мне дали, теперь я понимаю, оглядываясь назад, это очень много. Даниил ходил в школу на Маховой. В автобиографии Гранин с теплотой вспоминает это время. Особенно мальчику нравились физика и литература. У нас была очень хорошая школа. Я имею в виду нашу ленинградскую школу на Маховой. До этого я учился в Старой Руси, в других школах, а с 6 класса на Маховой. Прекрасная была школа. Не только потому, что дала знания, не только потому, что вообще эти годы были хорошими, но и потому, что школа наградила меня друзьями, и до сих пор я живу этой дружбой. Оказалось, что школьные друзья – самое прочное приобретение для души. Большая часть моих друзей – школьные друзья, хотя расставались на десятки лет. Как правило, это интересные и хорошие люди, которые много поработали, много сделали, самые разные люди. Вот это из детства. Пропали отцовские фотографии, семейный альбом. Пропал сундук с отцовскими материалами лесных обмеров, экспедиций. Все сожгла соседка в блокаду. Сожгла и старинные книги, и мои школьные тетради, которые отец собирал. Мои рисунки, стихи. Все то, что хранил для меня и внуков. Как будто пропало мое детство. Что нас более всего захватывало и привлекало, так это путешествия, полеты, экспедиции. Эпопея челюскинцев, Чкалов, экспедиция Нобеля, полет Амундсена. В разные годы, но одинаково волнующие события. Переполненный как никогда Невский проспект день возвращения челюскинцев, толпа ликующих ленинградцев, медные громы оркестров сыплются сверху листовки и общий соединяющий всех восторг. Такой же стихийный праздник достался нашим детям в счастливый апрельский день 1961 года, когда все высыпали на улицу, пели, обнимались, кричали «Ура Гагарину!», несли самодельные плакаты «Мы в космосе!». Когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете было решено, что Даниил отправится изучать инженерное дело. Перед войной Гранин окончил политехнический институт, став дипломированным инженером-электриком. Однако поработать по специальности Даниилу Александровичу не пришлось. В биографию писателя, как и в жизни всех граждан страны, вмешалась Великая Отечественная война.
Как известно, Даниил Гранин писал о войне много. Писал о ней без пафоса, проникновенно и очень честно. Некоторым художественным произведениям писатель доверял свой военный опыт, свои пережитые чувства, но это не означает, что все сюжеты его рассказов, повестей и других произведений наполнены исключительно фактами из собственной жизни. Даниил Гранин никогда не ставил перед собой задачу описания своего боевого пути до мелочей, до деталей. Долгие месяцы его личная блокада пролегала на участке в 4,5 километра в зоне ответственности 292-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона 2-го укрепрайона, стоявшего возле поселка Шушары. На каждого бойца 30 личных метров противоборства с блокадой. От противника отделяло только шоссе Ленинград-Пушкин. Слева – железнодорожная насыпь, она и сейчас есть. По ней взад-вперед снуют электрички и поезда дальнего следования. Справа, через шоссе, чуть поодаль – Пулковские высоты. До противника были считанные десятки метров. Ночью было видно, как горел Ленинград. Издали пламя казалось безобидным и крохотным. Первые дни мы гадали и спорили, где пожар, что горит, и каждый думал про свой дом. Но мы никогда не были уверены до конца, потому что на горизонте город не имел глубины. Он имел только профиль, вырезанный из тени. Прошел месяц, город все еще горел. И мы старались не оглядываться. Шинель, винтовка, даже шапка становились с каждым днем все тяжелее. Все становилось тяжелее, кроме пайки хлеба. Когда я захотел писать о войне, память отказала. Первые недели войны еще как-то сохранились, но затем октябрь, ноябрь, пусто, все выпало. Остался общий рисунок, окопы, стрельба. Где-то там, в глубинах памяти, сохранилось что-то. Надо было как-то извлечь. Но как, если бы я вел дневники? После увольнения в запас ему сразу же пришлось взяться за работу в Ленэнерго. Вчерашний танкист стал энергетиком, специалистом, стоявшим в центре решения задач физических и задач социальных одновременно. С одной стороны, ему приходилось ликвидировать постоянно возникавшие технические проблемы, с другой, действия его подчиненных и его личные действия позволяли людям быстрее понять, что война откатилась от Ленинграда безвозвратно. Дома обеспечивались светом, предприятия получали электроэнергию для налаживания производства. Писатель прошел войну от начала и до конца. Он воевал на Прибалтийском и Ленинградском фронтах, воевал в танковых войсках и в пехоте, получил несколько боевых орденов. В конце войны у Даниила Александровича уже было звание командира танковой роты. Долгое время Гранин никому не рассказывал о том, что пришлось пережить на фронте. Да и писать об этом решился далеко не сразу. В Восточной Пруссии пришел приказ о том, что всех энергетиков, инженеров демобилизовать и немедленно отправить в Москву в распоряжение Министерства энергетики и электростанций. Это был конец 44-го года. Мы победили. Я уцелел в этой войне сумасшедшей, страшной. Что надо было? Надо было отмечать конец той жизни и начало новой жизни. С конца 1944-го Даниил Александрович попал в совершенно непривычную среду. Не с корабля на бал, а с фронта в гражданскую жизнь. Да еще к тому же в жизнь семейную. Казалось бы, фронтовику так не хватало семейного тепла, а тут, пожалуйста, хлебай полной ложкой. Но на деле все было куда сложнее. Одно дело отвечать за роту, а другое за семью. И то, и другое непросто, но очень разные занятия. На фронте опасно, но привычно, если, конечно, можно привыкнуть к войне. А вот отвыкнуть от нее оказалось еще сложнее. Нам никогда не узнать, как непросто проходил период адаптации капитана-танкиста к мирной жизни.
В июле 1949-го управляющим Ленэнерго был подписан приказ, согласно которому Даниил Герман был освобожден от должности в связи с переходом в аспирантуру Ленинградского электротехнического института имени Ульянова Ленина. Кандидатскую диссертацию Даниил Александрович так и не защитил. Причина очевидна – литература полностью заняла все его жизненное пространство. В нем не было места истории техники, но техника и человек, создававший ее, оказались в центре литературного творчества молодого писателя. Мечтаю превратить его в придаток, в безвольное существо, отождествляя человека с машиной. А теперь попробуем получить молнию длиной в 10 километров. О, какое уж напряжение нам нужно. Сотни миллионов вольт. Наивно полагать, что кибернетика может помочь решить... Слушай, Олег, а что если сбросить в тучу заряженные проволочки, а? Ерунда, это не выход. Мы их сбросим, а они упадут. Ничего не ерунда. Если их сделать очень-очень тонкими, то они будут падать медленно. Посчитай. Серега, получается. Представляешь, раз на кнопку молния, раз дождь, урожай, во! Оркестр, скупые слезы на смуглых лицах хлеборобов. А сколько потребуется проволочек? Сейчас прикинем. Давай. Дайте справочник. У кого справочник? Вам не мешает моя лекция? Даниил Гранин стал писателем по призванию. Он помнил философскую истину «Не ищи себя нигде, кроме как в себе самом». Однако логику поступков Гранина прослеживать сложно. Человек с неординарным восприятием мира плохо понятен остальным. Можно лишь попытаться поступиться к его миропониманию. Писательство для него в жизни было главнее всего. Даже если бы он твердо знал, что его произведение не прочитает ни одна живая душа, он все равно писал бы. Да любому предложи пойти мастером там или начальником. Я не знаю, не пойдет, ведь откажется. Да понятно. У нас же план, грязь, нехорошие слова говорят. А у вас меньше платят, зато чистота. Работаете на себя, на свое имя. А неохота работать в Алыните. Вдохновения нет. Пойди проверь. Несете какую-то обывальщину. Ученых Павлик бронить легко. Да только не вам бы это делать. Да вы, Павлик, могли себя чувствовать счастливым, пока не знали. А теперь же, когда есть уравнение Кузьмина, оно будет существовать независимо от вас. А кто устанавливал там все эти выключатели, аккумуляторы, да не все ли равно, это никого не интересует. Действительно мечтал о том, что творчество, научное творчество, в частности, инженерное творчество, преобразит нашу действительность, преобразит общество. Технократы, которые совершенно по-другому могут подойти к проблеме власти и общественного устройства более разумного.